Мангус Туринг на обзоре. Полная сборка после магазина. Что мы делали? Вскрыли втулки, набили смазкой. Стандартная история обычных насыпных втулок. Все на шариках надо протягивать, смазывать. Да, протянули, смазали. Соответственно, человек покатается, переработка произойдет. Дальше нужно будет проверить зазоры опять. Что у нас со спицами-то? Нормальные колеса, ровные? Колеса ровные, да, но спицы слабенькие. Спицы слабенькие, а тормоза? Тоже потом проверим. Тормоза промаксы простые, дешевые. В принципе, настроились нормально. А диски? Диски тоже промаксы. Задний был кривоватый, пришлось поправить. И сзади тормоз немножко кривоватый. Там чуть-чуть одна колодка криво подходит. В принципе, проблем больше не было с велосипедом. Что с переключателями? Настроился передний? Все отлично настроился. Лучше, да, чем у этих? Чем у Джамиса? Все ровно встало. Там, видимо, что-то с монеткой было. Потому что там не хватало одного щелчка. Угу. Здесь все отлично вообще настроилось. Есть проблема у нас с рубашками. То, что рубашки трутся о раму и за километр, не за километр, за сколько, за 5 километров протерли. За 10, наверное, за 15. Ну, за 10, да. Человек ехал в дождь, песочек летел с колеса и потерло лак. То есть вот так заклеили изолентой временно, чтобы человек до дома доехал и нормально уже заклеился защитной пленкой. Рулевая на шарах? Да. Конусная. Конусная рулевая на шарах, значит, через год замена рулевой будет. Вилка прикольная, интересная, да? Зачем так сделано под углом? Или под крыло, или под багажник, вот нижняя гонка. Ага. Я не помню, там написано. То есть можно и так поставить. Ну вот, то есть здесь получается замена рулевой, рано или поздно. На промо. На промо. А втулки надо следить, втулки следить, втулки обслуживать. Петух какой-то свой, очередной нестандартный. Здесь сменные дроповые. Здесь на 8 можно перевести. Понятно. То есть еще усложнение получается. То есть надо отдельно заказывать комплект обоев теперь. Петухов получается так. Да. Интересно. Есть и на 8 перейти. Зато... на всяк сразу, да, есть на эксцентрике какой-то. Резина неплохая, да, такая интересная? Резина интересная, да. С самого начала. И он шел без педалей, прям в базе. Без педалей, да. Без педалей, то есть педали, сумочки... А ну, сумочка? Сумка вот эта, в раме. Сумка внутри своя, причем она крепится на бонке. Офигеть. Внутри. То есть это заводское решение, она брендирована Мангус. То есть лямки только здесь, хотя вот здесь тоже лямки на бонку крепится. Сумки, это от верхней. От багажника. Ой, от бардачка. Вот. Понятно. Все, ну вообще вся на бонке крепится. Прикольно. Здесь рама такая горбатая, и сразу под нее сумка сделана. Самое прикольное — это цвет. Ну и в принципе вот этот дизайн. Да, цвет красивый. То есть сразу видно, что сделана рама под сумку верхнюю. Эх, короче, все хорошо, только втулки сэкономили. Сэкономили на втулках. Вот такой вот велосипед. Мангус. Гвид Спорт. Туринг от Мангуса. В тренде. Гравийник? Гравийник. Ну, гравийник. Хотя бы поставим багажник, будет туринг. Правильно? Да.